Следственные органы Следственного комитета России по Смоленской области продолжают проводить проверку по факту оставления малолетнего ребенка в лечебном учреждении города Вязьмы. Согласно выводам проведенной судебно-медицинской экспертизы, возраст ребенка от месяца до полутора месяцев. Состояние здоровья удовлетворительное, телесных повреждений не обнаружено. Сегодня в ходе проведенных совместных мероприятий следователями Следственного комитета и сотрудниками полиции женщина, которая совершила данный поступок, установлена. И в настоящее время с ней проводятся необходимые доследственные мероприятия. Ребенок находится в лечебном учреждении. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.